Одна из необходимых вещей в велоэкипировке велосипедиста – это, конечно же, очки. Защищают глаза от встречной пыли, от мух, комаров и прочего мусора, летящего с под колес и вообще навстречу. В общем, данные очки представляют собой пластиковый корпус в черной оправе фирмы Oulow китайского производителя и желтые пластиковые линзы, которые достаточно надежные и не повредят ваши глаза в случае падения, как может быть со стеклянными. Здесь разборные линзы. Они довольно-таки, если правильно снимать, легко снимаются и также легко ставятся обратно. Есть регулировка оправы, можно регулировать ее жесткость, подкручивая винтики маленькие. Также можно их поменять в случае поломки или вообще необходимости. Физические размеры данных очков, значит, линзы составляют 4,2 сантиметра, ну и вот так 14,5 сантиметров. В общем, неплохие очки, идет универсальный размер. Все, кто заинтересовался, можно задать вопрос по товару на нашем сайте.